Здание построено, окна вставлены, идет монтаж крыши. На возведение детского сада в селе Фирсово Первомайского района выделено свыше 270 миллионов рублей федеральных и краевых средств. Работы на объекте завершены практически наполовину. Дошкольное учреждение планируют сдать в ноябре этого года. Родители малышей считают дни до знакового события. Мы его очень ждем, потому что ребятишек у нас очень много. И все-все хотят попасть в детский сад. У нас здесь есть платный садик, но все ждут садик, который муниципальный, потому что это всем очень удобно. И ребятишки, кто-то, мама приходится не работать, сидеть дома с детьми, не реализовываться в жизни. И поэтому все ждем. Детский сад сможет принять 280 воспитанников. Это 11 групп полного дня. 6 из них для детей от 3 до 7 лет. Еще 5 для малышей ясельного возраста, то есть до 3 лет. Новый объект на 100% закроет потребность в дошкольных местах Фирсова. Сейчас в Санниковском сельсовете, к которому относится востребованный поселок, пока один сад в райцентре Санникова. По проектной мощности, по нагрузке он рассчитан на 150 мест. По факту в нем пребывает уже больше 170 ребятишек. И с учетом потребности, а потребность по заявкам уже на детские дошкольные образовательные учреждения, сейчас в районе около 200 мест, данный объект будет очень актуален, с учетом того, что территория в перспективе развивается и будет развиваться. Фирсовский детский сад станет самым крупным в Первомайском районе дошкольным учреждением. Площадь свыше 5000 квадратных метров. Он условно поделен на 3 зоны. Первая зона – это хозяйственная, где будут размещены выгреб, сушилка и так далее. Вторая зона – это зона спортивная. Будет небольшая спортивная площадка для того, чтобы детки могли развиваться и отдыхать, и заниматься спортом на свежем воздухе. И третья зона – это зона игровая. Это будут теневые навесы и малые архитектурные формы. Это и горки, и качели. Рядом с этим детским садом через пару лет построят еще и новую общеобразовательную школу на 550 мест. Это значит, что фирсовским школьникам не придется преодолевать километры, чтобы получить знания. На данный момент в крае строят 11 детских садов. Самые крупные, такие как Фирсово, возводят в Белокурихе и Рубцовске. В половину меньше вместимости, на 140 мест, учреждения появятся в Топчихе, Залесово и Поспелихе. И везде обещают предусмотреть ясли-группы. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.